Добрий вечір, це громадський онлайн. Вітаю тих глядачів, які до нас долучилися. Бачу Корчалава у нас у студії. Традиційно о 7 годині вечора в неділю будемо спілкуватися про ті події, які відбулися в Україні протягом останнього тижня. Добрий вечір, дякую, що прийшли. Ну, це риторичне запитання, яке зараз в мене на плазмі, за кордон, чи за кордон нам допоможе, я б його перефразував так, вже не вперше це запитання у нас на плазмі. У нас сьогодні був Олександр Солонтай, який намагався дати відповідь на це запитання. Фактично, те саме запитання до вас буде. Мова про що? Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроект «The Ukraine Freedom Support Act of 2014» або 2828. Такий індикатор у цього закону. Автором документу є сенатор Роберт Менендес. Так, підтримки свободи в Україні Сенат підтримав одноголосно. До вас питання, як до людини медійної, як до людини, яка це все знає набагато ліпше, мабуть, навіть я, навіть чим я. Чим воно нам допоможе, власне, які профіти ми отримуємо від підписання Обамою цього закону? Ну, во-первых, смотрите, согласно... В Соединенных Штатах есть много законов, законодательных актов и поправок, которые ограничивают условно помощь таким странам, как Украина. Вот этот закон фактически отменяет все эти подзаконные акты и поправки. Да? То есть если они будут собираться оказывать помощь, он им полностью развязывает руки. А, во-вторых, в этом законе очень четко прописано, что они фактически объявляют Украину одним из своих стратегических партнеров. Это тоже очень важно. И думаю, что вот отголосок этого закона есть то, что Лавров очень быстро решил встретиться с Керри, и они решили обсудить два главных вопроса. Это Украина и Сирия. То есть есть надежда на то, что россияне начинают понимать, что ихняя игра не совсем проходит. То есть тут Штаты гораздо более серьезно настроены, чем были настроены в 2008 году с Грузией. Потому что Украина не такая маленькая страна, и она тоже очень важная, да, во всем. А для США и Европы она важнее сейчас гораздо, чем все остальное. Поэтому здесь этот закон, он важен не только в плане помощи, он важен еще чисто вот в таком переговорном процессе в плане занятия позиций, кто на какой позиции будет стоять. Вот. А что будет, вот мы еще лучше поймем уже, наверное, после того, как встречи Керри и Лаврова пройдут, и мы поймем, какие реальные там фидбэк получим с этих встреч. Как нам максимально використати выгоды, которые надает нам цей закон? Ну, слушайте, все очень просто, мы об этом говорим уже не первый раз. Надо менять в стране все, делать страну хорошей. Понимаете, только там, ну, сколько бы нам ни помогали, мы внутри здесь ничего не поменяем. Нічого не буде. Ну, я просто зараз намагаюся до більш практичних речей перевести розмову, тому що от ми з вами неодноразово раніше, коли спілкувалися, говорили, що нам потрібно реформувати армію. Цей закон нам дає можливості навчання сержантського складу у військових вищих навчальних закладах. Це НАТО буде робити. Смотрите, коли реформується армія, ми повинні чітко розуміти, які сфери нам більше всього потрібно готувати. Это есть очень проблемный вопрос, этим занимаются логисты, да, сфера логистики. Вот, например, подводных бойцов мы готовили в Италии, потому что там самая лучшая сфера подводных бойцов. Но мы понимаем, что нам не нужно там 1000 подводных бойцов, нам их 50 достаточно. Италия со своими возможностями 50 бойцов нам могла подготовить в рамках сотрудничества с НАТО. Или там горнострелков хороших мы готовили в Румынии, у которой одна из самых лучших школ горных стрелков. Мы тоже понимали, что для подготовки какого-то основного костяка нам не нужно готовить 10 тысяч горных стрелков. Нам достаточно было 400-500 горных стрелков подготовить. И тоже в рамках сотрудничества с НАТО нам готовили их румыны. А рейнджеров, допустим, и команду нам готовили американцы. Там надо было большие количества готовить. Вертолетчиков готовили американцы. То есть нам надо понимать четко, мы не можем там зависеть только от одного закона или от одной страны. Нам для начала надо четко понять, что нам нужно развивать в первую очередь, какую сферу. И потом, исходя из этого, искать, кто лучший в этой сфере из этих стран, и с ними договариваться, заключать соглашение, но в рамках НАТО. А вот этот закон, он просто облегчает Соединенным Штатам, ну, бывают многосторонние договоры, бывают двусторонние. Вот этот закон, он будет облегчать наше взаимодействие с американцами в двустороннем формате. А что касается сержантской подготовки, о чем вы сказали, это идет в рамках НАТО, там уже немножко по-другому будут готовиться, потому что у нас тоже на самом деле нет вот этой сержантской школы.
в нашей армии. Она очень необходима, потому что ну, во всех нормальных армиях мира самый важный командир – это сержант. Он должен чітко знати, як треба руководити своїм підрозділенням. Дивіться, цей закон нам відкриває можливість, вірніше не нам, а Сполученим Штатам відкриває можливість а фінансувати Україну і б надавати не фінансувати. Смотрите, вони будуть давати адресну допомогу. Вони будуть давати цілінаправлену адресну допомогу. Так. І надавати ще летальні види озброєнь. Що для нас важливіше? Техніка чи все ж таки кошти, які можна вкласти в українське виробництво? Ви знаєте, я так скажу, я там скептично відношусь к тому, що Україна в ближайшее время зможе пошити форму високого класу. Или я скептично відношусь к тому, що Україна в ближайшее время зможе произвести или винтовки, или автоматичні карабіни лучше, чем Соединенные Штаты производят. Ну, например, Україна производит неплохо там противотанковые управляемые ракеты. Они плохие танки производят нового типа «Оплот» и так далее. То есть надо понимать, что нам нужно развивать здесь, в Украине, а что нужно забирать от них. Это тоже логистика. Потому что не можем мы после 70 лет СССР и 25 лет развала производить там условно форму, которая уже там ушла на года вперед. Это технологии целые. У нас нету этих технологий реально. Мы можем, конечно, рассказать, что мы производим что-то самое лучшее, но это будет неправда. А вот что касается там условно танка «Оплот», то он в действительности он один из самых лучших. Или БТР-4, да, тоже очень хорошая машина. Понятно, что если мы там подключим какие-то там иностранные компании, их модернизируем и сделаем лучше, это будет еще лучше. Но то, что я еще раз говорю, надо выбирать сферу, в которой мы что-то можем сделать, и в которой нам лучше не суваться на данном этапе и делать что-то, закупать это. А если есть там люди, которые хотят разрабатывать технологии и прийти к какому-то результату, то это чисто коммерческие проекты должны быть. Кто на себе повинен взять эту логистику? Министерство обороны. А если мова йде про финансовую допомогу, не спрямовану на, например, на модернизацию армии, а на экономические реформы? Кабинет министров. Ну, тут все чітко розписано. Це все зрозуміло, а наші структури здатні забезпечити ту логістику, яка необхідна. Тому що, от, наприклад, з Солонтаєм Олександром, коли ми спілкувалися, він говорив, що у нас фактично структури ще не використали ті можливості, які були надані за рамками цього закону. Ну, слушайте, ну, зараз така ситуація, коли треба вчитися з колес. Ми теж були в такій ситуації. Ну, от, є проблема. Да, цель какая-то стратегическая. Эта цель требует решения. А на тактическом уровне, там, если вы не можете это решить, ну, условно, там, мы с вами, да, у нас есть задача, там, мы тогда позовем специалистов, они нам дают советы, и мы каким-то образом должны это налаживать. То есть говорить о том, что у нас не получается, и мы не можем решить, это означает то, что в один момент тебе перестанут давать там, финансовую подпитку и моральную поддержку. Ну, это очень плохо, когда ты начинаешь говорить, что ты чего-то не можешь. Потому что ну, ты делаешь себя лузером. Даже Чан Кайши с 3 миллионами лузеров в последний момент понял, как можно построить нормальное государство в Тайване. Підійшли до теми реформування. Цього тижня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив програму діяльності нового уряду. Послухаємо прем'єра, далі обговоримо. Прем'єр не хоче говорити. Ні, прем'єр говорити хоче, просто я, мабуть, трошки за швидко. Немає у нас цього відео, на жаль. Ну, добре. Остаточно було утвердження програми уряду. Програма передбачає військову реформу, утвердження нової політики державного регулювання, децентралізація, дереалізація в сфері політики та бізнесу, антикорупційна політика, реформи правоохоронної системи, правосуддя, зміни економічної політики, нова продовольча політика та низ. Наскільки ми здатні на часі зараз, прямо вчора це все виконати? От такі, тому що задекларований пакет реформ, він дуже обширний, і ці проблеми накопичувалися, вони ж не вчора виникли, вони накопичувалися роками. Ну, смотрите, то, що там сказано, це правильні речі. Я теж слухав там то, що говорив Арсеній Петрович, вони правильні. Вони можуть комусь подобатися, комусь не подобатися, але це речі, які треба робити. Иначе, как сказал Каха Автандилович Бендукидзе, иначе реформы у вас делает Путин. Свои.
это сложно будет назвать реформами, но вот так это будет выглядеть. То есть это надо было делать, конечно, еще вчера, но сегодня еще можно это сделать. Если не будут этого делать, да, реформировать страну, то результат будет плачевный. Потому что мы же понимаем, что каждый день, даже перемирие такого, как любят это назвать, он несет финансово, страна должна финансово платить. Каждый день там той инфляции, которая разгоняется, тоже страна обязана платить за это. Есть обязательства у страны, она обязана платить. В какой-то момент страна может стать банкротом, точно так же, как в 93-м году стала Грузия. Потому что, ну вот, все боялись там что-то сделать, что-то поменять, что-то изменить, да. И это привело к очень плохим последствиям. Вот, а теперь вот те люди, которые взяли на себя ответственность, взяли вот, в принципе, создали, да, эту программу, они должны понимать четко, что они несут политическую ответственность не только там перед людьми, они еще и будут нести гораздо более сложную ответственность. Возможно, если у них это не получится, если они не смогут это сделать, то забвение – это слишком мягкое слово, которое может быть в их адрес. Вот в двух словах, если, да. А дальше, ну, понятно, что армию надо реформировать, медицину надо реформировать, логистику полностью в стране надо реформировать, экономику, налоги, таможню. Ну, все требует реформирования. Просто нету сферы в нашей стране, в которой что-то работает хорошо. Вот кто-то может хоть одну сферу сказать, мне, где что-то есть хорошо? Вот вы знаете такую сферу? Там всплывают какие-то истории с гвоздиками, которые прятал директор завода, не отдавал государству. Это вообще маразм. Вот как может оборонное предприятие, государственное, которое еще, да, прятать на своей территории какие-то боевые машины и не отдавать государству во время войны армии своей? Вот вы представляете такое, вот где-то в мире, вот сейчас мы с вами сядем с каким-нибудь там американским или британским политикам, дипломатам, военным, какая разница, кто он будет. И расскажем, что вот у нас в стране вот такое происходит. Вы можете себе представить, что о нас подумают? Ну, хуже маразма придумать нельзя. Ну, це, звісно, що це нонсенс. Я просто дивлюся на цю програму уряду запропоновану. Да. От вона в мене тут є. Зокрема, що стосується військової реформи, зміцнення обороноздатності держави. Тут всі теми, та, вони першочергові. Наприклад, тут вказано 2015, перший квартал 2015, перший квартал 2015, перше піврічне 2015. Причому дуже велика кількість цих реформ запланована. Да. Витрати на оборону та правоохоронну діяльність до 5% від валового внутрішнього продукту. Это абсолютно нормальная цифра, потому что там не только оборона, там и безопасность учитывать. Не будем забывать, что в безопасность входит разведка, в безопасность входит МВД, в безопасность входит еще очень много структур. Даже какие-то гражданские структуры типа медицины могут иметь отношение к обеспечению безопасности. Там просто немножко ошибка, там правоохранительная деятельность, там надо было написать «безопасность». Да? Не рассматривается. У нас в глобальном масштабе, когда мы планируем большие бюджеты в больших странах, да, допустим, в США в том же, там оборона и безопасность рассматриваются в едином пакете, а дальше пакет разбивается, идет отдельно на оборону, отдельно на безопасность, но это все равно они процент от ВВП берут единый. Ну вот тут где-то вот копирование произошло, но неправильный перевод немножко. Вот. Что там впровадження стандартів НАТО до першого кварталу 2015 року, наскільки я розумію. Ну, слушайте, ну какие-то стандарты можно ввести очень быстро, потому что, допустим, мы ввели стандарты НАТО там по картам, по картографии, почему-то еще в 98-м году. Мы с тех там звания, как читаются, какие-то лычки, эмблемы, это еще в 90-м. Ну, вот такие первичные вещи можно ввести очень быстро, они безболезненно вводятся. Там, переобучить солдата, там, танк рисовать не так, а вот так на карте, оно ничего не стоит. Знаете, что меня знітило? Просто в цьому переліку у нас вот всюди йде 15-й рік, ну, десь там 16-й. Будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Росією 2018 рік. Тобто єдина фактично практична річ, яку можна перевірити зразу, ну от з цього переліку, на неї дається найбільше часу. Просто наскільки мені відомо, це європейський вал, який збудований, там це зараз, от зараз фактично, 200 метрів просто оцієї металевої сітки на кордоні. Ну, знаєте, ну, не знаю, як сітка, сучасні средства контролю границі не предусматривають будівництво оборонних об'єктів.
они предусматривают установку современных средств слежения и обнаружения. Ну вот в двух словах, да, если сказать. То есть я там очень смешно смотрю на это, на вырытые рвы и поставленные стены. Это ничего не дает. Вот средства контроля, ну как бы у нас там очень большой участок границы тоже с Россией есть. И он полностью вот оснащен, ну мы там очень много лет это делали, он полностью оснащен вот всеми этими необходимыми всеми специальными средствами. Потому что если пересекает границу что-то, и оно обнаружено, для этого есть пограничники, есть пограничный спецназ, там еще куча всего, которые должны его обезвредить, эту историю. Вот тут, ну, понятно, тут просто, знаете, вот кто-то сказал там, а давайте построим стену, и все начинаем строить стену зачем-то, ну, непонятно зачем. Потому что ни эта стена там, не знаю, ни крепость, ничего не удержит эту историю. Ну, тут, там, скорее всего, 2018 год предполагалось, я думаю, потому что они считают, что к 2018 будет полностью возобновлен контроль границы. Наверное, скорее всего, вот исходя из этих вещей. То есть там существует некий просчет, что это там до 3 лет затянется. Стосовно присвоєння статусу учасників терористичної операції, фактично, я так, ну, мова йде про Це не повинно бути в програмі. Чому? Власти, это такой популистский момент. Слушайте, ну это автоматически дело. Человек, если участвует в боевых действиях за территориальную целостность, это не должно быть заслугой власти присвоения ему этого статуса. Он или есть, или нету этого статуса, давайте честно скажем. И это, ну вот вносить-то, ну это популистические какие-то моменты, они есть, они присутствуют в этой программе. Это же вода, навіщо? Ну да, а что, мы можем не присвоить этим людям этот статус? Ну придет другая власть, она присвоит. Зрозуміло. Розробка та реалізація концепції інформаційної безпеки України. Створення суспільного телебачення та радіомовлення, запуск іномовлення, роздержавлення друкованих засобів масової інформації. Це не популізм? Популізм. А куди? Ну от як вони це собі бачать, представляють? Якщо ви хочете, щоб це все заработало, ну або треба продати, або треба там зробити, як в Британії, условно BBC зроблено, да, на общественном вещателе. Вони чітко знають, який процент від НДС вони получають в год, там 1% від собраного НДС по Британії BBC получає в год в виде бюджету. Точну цифру ніхто вам не скаже, але приблизительно вони знають. Все, і правительство, і ніхто не має права вмешиваться. Чітко регулюється законодательними актами, як вони фінансуються. Поэтому они, у них BBC, а у нас вот перший національний, кого б туди не назначили. Добре, у нас намагаються регулювати інформаційну політику. Наскільки це на часі? Як це питання вирішувалося свого часу в Грузії? Невозможно регулювати інформаційну політику. Як ви її будете регулювати? Вот що ви можете зробити там, условно, там, з мировими агентствами, які не будуть підчинятися вашій регуляції, або мировими каналами, або з інтернетом, який регулювати взагалі невозможно. Ніхто не знає по сей день рецепта регуляції інтернету. Є один-єдинний рецепт. Ти створюєш события, які тебе освіщають. Ну от не можна регулювати інформаційну політику. Що значить регулювати? Це ж, ще раз кажу, ну, закінчилось час передачі інформації почтовими голубями. Давним-давно. Вона по-другому вже ходить. Тем более у каждого человека, вот, ну, у вас сколько средств выноса информации, с какими средствами вы можете доставить информацию лично вы? Начиная там от YouTube, социальные сети и так далее. Как это отконтролировать? Вы будете с YouTube что-то делать? Как это питание в свой час вырешивалось в Грузии? Никак. Нияк. Нельзя регулировать информационную политику. Должна быть власть, которая создает какие-то события, и эти события люди освещают. Что вы скажете стосовно децентрализации власти? Ну, я думаю, что это очень необходимо. Это необходимо тоже давно. Ну, потому что, знаете, я там часто общаюсь с какими-то людьми, которые во власти в регионах, условно, местной власти. Я понимаю, что эти люди, они как замполиты, они за все болеют, ни за что не отвечают и ничего сделать не могут. Ну, вот условно, там сейчас очень многие говорят, там, вот, идут отключения, там, кто-то ненавидит мэра Одессы за эти отключения, кто-то мэра Киева, кто-то мэра еще какого-то города. Но мэры не имеют отношения к отключению света. Вот не их это прерогатива, они не управляют электросетью. И он не может ничего сделать с этой электросетью, несмотря на то, что он мэр. Но вот если будет децентрализация, у него появятся рычаги влияния на вот эти все вещи, там, на сбор налогов и так далее, это будет очень положительная вещь. Тут. А хиба немає ризику того, що при переході до політики децентралізації ми фактично області перетворимо на вотчини?
Не, ну слушайте, для этого должен работать закон. Подождите, если мы говорим о феодальном государстве, да, тогда есть эта опасность. Но в том же Лондоне Борис Джонсон прекрасно управляет городом Лондоном, и у него нет этой проблемы. Ну, то есть, да, давайте определимся, что мы строим. Если мы, нам надо построить какой-то феодальный город, вот мы его построим тогда. А если мы хотим современную европейскую страну строить, то там у всех регионов очень... Самая недецентрализованная страна в мире – это Франция. Там все очень вот централизовано. Но даже там у местных советов, у всех остальных гораздо больше полномочий, чем здесь у нас. Так добре, что... давайте далі підемо. Нова антикорупційна політика. А у нас була стара? Ну, це декларується в пакеті, пропонованим урядом, тому я сперечатися не стану. Да. Там, мабуть, розумніші люди, ніж є. Ну, наверное, да. Ну, хорошо, да. Класна надпись. Мені нравится. Я зрозумів. Цікавий коментар і дуже такий ємний. Нова правоохоронна система. Трошки ми минулого разу про це вже почали говорити. До речі, можливо, ви чули, що створенням нової патрульної служби в Україні ймовірно буде займатися не тільки вона, а ще й американець. Зараз, якщо знайдуть цю новину. Кстати, американський опыт неплохой, тому що Грузія теж брала за основу американський опыт створення патрульної поліції. Ну, то есть это очень хорошая система, это самая лучшая система в мире. На самом деле ее многие применяют, не только американцы, но она зародилась как таковая в Америке. В Америке впервые поняли, что нужно универсализировать полицейских, которые патрулируют на улице. То есть что они же должны ездить на вызовы, они же должны там разбираться с ДТП, они же должны там регулировать движение и так далее. Это очень хорошая система, я только за. Ну, она вот эта первая система, понимаете, на первом этапе тоже в Грузии реформы тяжело шли. Что мы смогли начать быстренько продавать за год, показывать миру вот эту патрульную полицию. Ее создать очень легко. И найдется очень много желающих в ней работать, если она будет правильно сформирована и правильно создана. У Сгуладзе опыт есть. Я думаю, американец, скорее всего, привлекается. Я не знаю точно, кто это, но я думаю, что один из тех, кто консультировал нас по созданию патрульной полиции. Я думаю, что это имеет отношение к этому. Нова система правосуддя. Ну, тут, в принципі, можна задати запитання таке саме, як і до пункту першого на цьому слайді. Чи була стара? Ну, слушайте, нова система правосуддя, звісно, хорошо. Знаєте, я би от слово «нове» убрав би, просто осталось, що повинна существувати система правосуддя. Ну, Фемида повинна бути сліпою, да? А не такою, як у нас, яка там пов'язку приподнімає при виді там определеного пакована денег. Ну, то есть, ну это такие, это прописные истины. Я вот, ну да, это хорошо, классно, все. Но это ж, мы понимаем, что это должно быть в любой стране. Новая экономичная политика. Тобто у нас и не было, она тут, оп, новая экономичная политика. Слушайте, а сколько мы тратили, кстати, на государственный сектор, если мы на 10% ВВП собираемся сократить? Я не цікавився, чесно, скільки ми витрачаємо на... Мене цифра удивила, я просто немножко іноді читав щось. Ну, так, теж хороші речі, так, ну, от, наприклад, об'єднання податкової до бухгалтерської звітності, так, от, це міжнародні стандарти фінансові, ну, це все хорошо, це прописні істини, це те, о чому ця країна говорить вже років 15. Так от, далі я, в принципі, навіть і гуртати не буду, тому що... Чесно, якщо гортати далі, там, в принципі, всюди отакі прописні істини прописані. І фактично цей пакет, він нічим не відрізняється від декларованих попередніми урядами, нічим не відрізняється від того, про що говорить останні роки 15. Якщо ви візьмете пакети предыдущих всіх правительств, от ви прощуєте, це рай на землі, от тільки би такого добитися. На самом деле, нет, ну, как бы... Все знали эти прописные истины, никто их не делал. Так навіщо тоді прописные истины писать? Не, ну они обязаны. Ну, понимаете, это какая-то закономерность. Чому не визначити ряд конкретных кроків, и які знаешь ты точно, что ты их виконаєш? Навіщо ну, вписывать сюда оцей абсолют? Ну, наверное, так любит украинский политикум, так любит истеблишмент украинский послушать вот эти прописные истины. Ну, это же такая постсоветская политика. Тут любят рассказать, как правильно, а потом рассказать, почему не получается. Ну, свалить это на менталитет, еще на что-нибудь и так далее. То есть, ну, как бы вам сказать, вы понимаете, здесь главное не то, что написано. Все, что написано, все хорошо. Тут главное желание и реальные действия. Да? Когда будут реальные действия, вот
вот я думаю, что нам тогда придется там поговорить, там, сказать, что нам нравится, что нам не нравится в этих действиях. Да? Даже скажу больше, если даже какие-то действия мелкие будут нам не нравиться, все равно в целом, если начнутся действия, будут поддерживать большинство. Ключ к победе, к успеху, да, этого правительства, этой власти всей, лежит не в написании красивых слов, лежит в делании очень жестких действий. И только тогда это будет работать. А сейчас больше наблюдается, знаете, такое, а как бы не обидеть вот эту, да, нишу людей, да, определенную, вот как бы не обидеть гаишников, что мы с ними будем делать? Ой, а как бы не обидеть там еще кого-то? С Уладзе, например, я точно знаю, когда приехала, там были какие-то частные беседы у людей, я знаю, что несколько генералов пили валидол. После слов, что я бы сейчас уволила бы всех. После этих слов там была очень такая тяжелая пауза, как сказали. То есть тут надо делать. Все разговоры давно закончились. Ну, это я тоже могу сесть, написать такие красивые вещи. Все будут хлопать. Ну, это ж не самое важное. Добре, далі я пропоную не обговорювати, тому що там такі чисто декларативні речі. Ні, це на самом деле хороша вещь для того, щоб, вот, знаєте, якщо ми з вами будемо там на волні посміятися, потролити, вот там, перевернути, там, посміятися далі. Чудесний матеріал для цього. Ну, хотілося б більш конструктиво, насправді, там це такі вже... Ні, конструктивно говорю, що це вот все прописні хороші істини. Вот это должна, это без вот этих прописей надо делать. Зрозуміло. Почали говорити про політику і про певні традиції українські. Є така дуже недобра традиція українського парламенту, називається вона неперсональне голосування, бо в народі це називається кнопкодавство. Ну, от на цьому тижні журналісти колишні заблокували трибуни Верховної Ради через неперсональне голосування деяких депутатів. Є у нас сюжет, про це можемо його подивитися, потім обговоримо. Як так сталося, що ви заблокували трибуну? Там відбувалися декілька подій. Спочатку було голосування за постанови про там певні перерозподіли в комітетах, і була пропозиція Мустафи озвучена про те, щоб довго таки позбавити посади заступника комітету з економічної політики, тому що при попередньому розгляді була пропозиція Луценка, але він помилився в назві комітету і тому її не врахували в остаточній редакції. Тоді Мустафа запропонував цю пропозицію врахувати зараз при голосуванні. Але сталося так, що Гройсман це не врахував. І знову ж таки виявилося, що коли вже голосували в цілому, то було неперсональне голосування. І ми прийшли йому сказати, що було персональне, він спробував це питання уникнути. Тому заблокували трибуну, і коли вже її заблокували, то було повернено до питання розгляду постанови про комітети, потім проголосували окрему поправку на ЄМА, і потім прийняли в цілому вже без фальсифікації. Ну, тобто відбулося по всій процедурі, як воно мало бути. З чим ти прибіг до Володимира Гройсмана? Я йому показав статтю регламенту, 45, стаття 45 про те, що кожна поправка, яка надходить, вона голосується окремо. Потім ставиться в цілому питання. Поправка і пропозиція. Поправка – це те, що йде через комітет, а пропозиція – те, що ставиться з голосу сесійної зали. Що тепер будете робити з неперсональним голосуванням? Ну, це те, що вимагає регламент. Тобто зупиняти сесію і переголосовувати це питання, як, власне, всі боролися в цій сесійній залі два скликання тому, в шостому скликанні. Але уникнути в подальшому фактів неперсонального голосування яким чином можна? Чи лише розраховувати на журналістів? Ну, взагалі можна запроваджувати відповідальність за це. Адміністративну, кримінальну, позбавляти права виступів, позбавляти права голосування, бути присутнім в засіданнях. Тобто на сьогодні немає санкції за те, що ти голосуєш неперсонально. Але якщо таку санкцію запровадити, я думаю, що це посилить відповідальність, і депутати не будуть голосувати неперсонально. Це має бути добра воля депутатів і їхнє бажання не повертатися до голосування. Більше того, ви знаєте, тут же такий момент, це проголосував наш колега з нашої дружньої фракції. І потреба в такому голосуванні в принципі не було, тому що за цю постанову було більшість абсолютно голосів. Навіщо це робити? Але, знову ж таки, стільки ми вже говорили про неперсональне голосування. Це порушення Конституції. Якщо ми не готові виконувати закони, то як ми можемо звертатися до громадян і просити їх, наприклад, будь ласка, потерпіть ціни за вищий газ? Це нелогічно. Ну, отже, от традиція така.
неперсонального голосування. Як вирішувати цю проблему? Тому що це є дійсно проблема. Ну, раз ми не можемо їх переучити убеждениями, ну, треба ставити, знаєте, от сенсорні кнопки є, да, які відпечаток читають, навіть на телефонах вже сучасних є. Ну, от так, ну, от будуть відрубати пальці тоді своїм колегам приносити. Ну, нету другого варіанту. Вот не помогают ни убеждения, ни революции, ничего не убеждает этих людей. А как изменивать разумение людей? Ну, сделать это, ну, разумение, ну... Мы можем... Все это поменяется со временем. Сейчас мы надо сделать так, чтобы они не могли голосовать. Зарегулювати це можемо. Ми хоть до крісел їх прив'язувати, щоб вони в перерві нікуди не йшли. Але ж це не вирішить питання в голові. Смотрите, каждый человек должен понимать одну простую вещь. Что если он занимается каким-то делом, он должен заниматься этим делом. Если они могут выйти из зала, оставить карточку кому-то и сказать, там, проголосуй за меня, как написано там в подсказке фракционной, это будет не дело всегда. Для этого они, для начала у них надо отнять возможность голосовать за вот этого парня рядом. Ну, извините, но как-то в российский... сказано, голь на выдумке хитра. Вони ж придумают наліпки с дубликатом. Слушайте, не помогут наліпки. Современные системы на тех же телефонах, да, производства там, определенной компании, которую мы знаем, чтобы не рекламировать, они не дают возможность вам с наліпкой это делать. Для этого должен быть живой палец, они четко читают это все. Ну вот вы не откроете этот сенсор так просто. Это если на уровне телефона оно стоит копейки, сделать большую систему за нормальные деньги возможно. Давайте честно скажем, да, это уже вот наше желание, там, почему-то у нас там вот эти системы делает какая-то непонятная украинская компания, они привлекаются большие мировые бренды, которые только для того, чтобы это сделать, они там сделают это в нормальную цену. И сделают настолько хорошо, что не обойдет никакой украинский инженер их систему безопасности. Вот давайте правду говорить. Не делают этого. Эти предложения не раз им поступали. Руководству парламента, и от компании Microsoft, и от компании Apple поступали, еще много других мировых брендов им давали эти предложения. Ну, они понимают, что они с этим не справятся, а как же потом, когда голосов не достает там, за кого-то нажать? Для начала надо отнять возможность, а дальше контролировать жестко, и со временем, ну, это понимание придет. Я не представляю себе, как в Палате лордов кто-то будет, или в Сенате США кто-то голосовать за кого-то. Вот не представляю я себе этого. Я не знаю такого понимания. Даже в парламенте Грузии никто за кого не голосует. Ну, хотя это парламент Грузии, это недалеко вот здесь. И менталитет где-то похож. Ну, розумієте, тут я знову ж таки повертаюся до тези, що це проблема, яка сидить в депутатів в голові. Це проблема, яка йде на рівні того, що їм необхідно повертатися вчасно з перерви. Це проблема, яка полягає так само в тому, що не потрібно створювати черги в кафетерії. Слушайте, ну он не будет возвращаться быстро с перерыва, если он будет знать, что он отдал Пете карточку, а Петя за него проголосует. Ну вот у него нет ответственности перед своей партией. Голос его в копилку упал, упал. Смотрящий ему сказать ничего не может. Добре, деякі санкції на цьому тижні, здається, деякі фракції на цьому тижні ввели внутрішні санкції. Це може вирішити проблему? Ні. Ну, слушайте, там есть куча депутатов, на которого не может повлиять никто в этой фракции. Он заплатил там свои деньги, или у него такой политический авторитет, что они ему никто сказать ничего не смогут. Ну, вот как вы представляете, там, не знаю, там, кто что-то может сказать Гриневу в БПП? Может ему кто-то что-то сказать? Ну, один человек может, но он в парламент не ходит. Или кто может там что-то сказать условно, там, не знаю, Левочкину в оппозиционном блоке может кто-то что-то сказать? Ну вот как вы себе это представляете в реальности? Ну так само свого часу не могли никто... Или кто-то скажет Ляшко в его фракции что-нибудь? Так свого часу никто не мог перечить Виктору Федоровичу. Ну. И где он сейчас? Не, ну понятно, подождите, но эти же люди думают, что это произойдет не с ними. Вы же понимаете. Ну, Виктор Федорович там тоже долго думал, что с ним это произойти не может. Он четко знал, что тот, ну, понимаете, вот в чем мудрость, да, любого политика? Когда он четко разложит ситуацию и примет самое правильное решение. Вот Виктор Федорович был уверен, что Кучма дурак.
Я думаю, що Кучма був впевнений в зворотньому. В том, что Виктор Федорович дурак, он был в этом абсолютно уверен. Но вот эти действия, да, двух революций, показали четко, кто оказался более дальновидным политиком и умным. И кто сделал все красиво и четко. Кучма пошел по такому же пути, по которому пошел Шеварднадзе. И точно так же Шеварднадзе состарился и умер в Грузии, никуда не уезжая. И Кучма точно так же живет и стареет в Украине. А Виктор Федорович, он думал, что вот он сделает все умнее и красивее. Вот где он сейчас. Тут же дело не в том, кто что и как. Кто как потом дальше начинает какие действия предпринимать, когда обостряется ситуация. Да? А вот это то, о чем мы говорим, оно же не есть таким вот очень действующим на политику страны. Я еще раз говорю, это один из очень важных моментов, но чтобы с этим моментом бороться, для начала нужно у них отнять возможность голосовать за кого-то. А отнять, есть куча технических средств, по которым мы это можем сделать. Просто эти средства надо принять, внедрить и запустить. Ну дивіться, тут в цій історії далеко не останню роль грає, наприклад, спікер парламенту. Да. А той спікер, якого маємо зараз, він... Он слабий спікер, скажімо чесно. Я хотів сказати, що він не може відігравати таку важливу роль, визначну, як відігравав Турчинов, але так, як ви сказали, так само я, ну, можна і так. Ну, слухайте, ну, в парламенті в українському було багато цікавих спікерів. Плющ, да? Наприклад. Плющ, да. Іван Степанович, він взагалі, це легенда, там, на цитати розібраний чоловік. Ну, но він мав і авторитет політичний, і вес, да? Тобто, поймите одну річ, що... Тяжело приехать с Винницы и сразу на общенациональном уровне стать большим игроком. Очень тяжело. Ну, время надо. Политика – это именно вот такая политика. Парламентская – это та политика, где политик должен расти годами. Он не может за один раз стать вот так политиком. Добре, в цьому контексті до вас запитання. Можливо, воно вже трошки з запізненням, але хто міг би із політичного естеблішменту українського стати зараз спікером, який би відігравав ту роль, яку повинен відігравати спікер? Знаєте, багато є. Я не буду зараз виділяти кого-то конкретно. Ну, по крайній мірі, 7 кандидатур я точно знаю таких, які мають політичні... Хто-то із них більш публічен, хто-то із них менш публічен, але вони реально могли би управляти ситуацією. Тільки це були б все одно незалежні ігроки, то, наверное, чого боялися. Правильно, тому що фактично ми з вами минулої неділі, здається, дійшли до висновку, що має бути збалансована система, повинен бути президент, повинен бути прем'єр-міністр, повинен бути спікер. І це все повинні бути представники трьох різних політичних сил. У нас зараз баланс порушено, звісно. Ну, да, он такой, он, как, он не то, что нарушен, он с перекосом. Вот. І минулого тижня ми вже говорили про те, хто міг би врівноважити. Да. От Сергій Грішин каже, що він не чув. Нагадайте йому, будь ласка, хто міг би врівноважити цю систему? Із цих 7 людей, про яких ви... Там куча варіантів, ще раз кажу. Там сам, ну, поймите, ну, любое внутрішнє політичне рішення, давайте я так скажу, залежить від внутрішньої договоренності сторон. От сторони договорились так, як договорились. Ми маємо тепер цю систему. Звісно, ми зараз можемо розсуждати, яка вона була б краще. У мене є там куча всяких різних... понимание, как это можно было бы лучше сделать. Потому что пример для этих людей, там, грузинского варианта, существует. Когда было 3 разных политических лидера, очень сильных. И мы знаем четко, что украинская система тоже сейчас разбита до 3 лидеров. Один просто в тень ушел. И вот когда вот этому каждому из лидеров дали бы свою роль. И, в принципе, ничего бы особо и не поменялось бы. Только они уже были почти... в конце этих договоренностей. Сейчас договоренности начинаются заново какие-то. Это опять время, опять будут проблемы, опять будет это все идти. Ну, как бы четко сказать, я даже пытаюсь слова сейчас подобрать. А почему-то, вот тут стоит велосипед уже сделанный, хороший такой, mountain bike, да, нам надо в гору подниматься, а вот тут стоит горный велосипед, хороший такой, хорошего производителя. А мы говорим, нет, он нам не очень нравится, давайте мы построим свой новый. Мы постоянно строим велосипед, у нас это не получается постоянно почему-то. Потому что то, что мы видим рядом, хотя бы если бы мы копировали, у нас бы получилось. Но мы даже копировать не хотим, мы хотим свое что-то. А ту форму, которая есть у этого велосипеда, мы не берем на себя.
відповідальність її зробити. Знаєте, що мені нагадує? Це нагадує мені книгу другого українського гаранта, здається, «Україна, не Росія», коли ми відмовляємося від всього російського, замість того, щоб взяти все найкраще звідти його. А если что-то есть хорошее в России, мы должны брать из России самое лучшее. Если есть что-то хорошее в США, мы должны брать оттуда. Поймите одну вещь, что вот вы бывали в Австрии? Не, не доводилось. Вот в Австрии все, что есть, это горы, в Тироле особенно, и лес. Но живут чудесно, потому что все лучшее, что можно было взять вокруг себя от Германии и от всех остальных стран, они взяли. Построили хорошее государство. Точно так же и мы, если что-то можем взять от кого-то хорошее, единственное, что мы делаем сейчас самое хорошее на самом деле в Украине, производим водку хорошую. Вот ее любят везде. Ну, потому что продукт хороший. Если бы мы производили там другие продукты хорошие, или политику осуществляли бы хорошую, или правильные реформы делали, нас тоже бы любили за эти вещи, да, которые мы можем произвести. Вот если, допустим, мы скажем слово технологии, с какой страной у вас ассоциация появляется? Из штата, Калифорния. Правильно. А если мы скажем там большие инновации, ассоциация будет появляться с Японией. Все равно там все большие инновации оттуда начинаются. А если вы скажете там банковский сектор, все равно у вас мысли в Швейцарии. А вот, ну вот кроме водки, вот как-то то горилка, вот. Нету других ассоциаций. Чернобыль. Ну, это ж не хорошая, не позитивная ассоциация. Ее не должно быть. Вот и все. Просто это правильно абсолютно сказано, что все лучшее надо брать отовсюду и выводить свою какую-то форму. Грузия как стала, в принципе, цитируемой, известной, да, примерочным, да, государством таким? За счет реформ. Потому что, ну, я понимаю, что в абсолютных цифрах это говорить ничего там, может быть. Ну вот смотрите, бюджет Грузии когда-то был 600 миллионов лари. Это 300 миллионов долларов. Сейчас бюджет Грузии в результате этих реформ 10 миллиардов лари. Это уже большие деньги для такой маленькой страны. То есть они там, если там грубо посчитать, это там несколько тысяч процентов. Вот представьте, если завтра Украина проведет хорошие реформы, и у нее бюджет поднимется на несколько тысяч процентов. Можете себе представить для такой огромной страны с ее возможностями какой-то объем? И не придется кнопкодавить, потому что все будет более, когда будет вся система работать четко, вот это все, ну это цирк, одним словом. Ну, власне, на жаль, маємо завершувати, ну, такою розмова вийшла сьогодні, вона не закінчується, вона продовжиться рівно через тиждень, сьомій годині вечора в неділю. Будемо говорити про ті події, які стануться за той тиждень, який нам ми ще повинні пережити. Дуже дякую, Бача Кричалава, за те, що прийшов і поділився своїми думками стосовно того, що відбувається в країні, відбувалося за поточний тиждень.